Езуло – 15 километров пляжа с мельчайшим золотистым песком и бесконечным морем. Но Езуло – это не только пляж, море, солнце и природа. Это также заведение, посвященное вашему отдыху. Мы советуем вам посетить в Езуло новое, очень необычное место, где каждый день праздник с ароматом моря. Это рыбный праздник для всех любителей вкусных рыбных блюд, приготовленных из самого свежего улова. Создатель этого уютного уголка – кооператив рыбаков из города Триеста. Мы сейчас с владельцем этого уникального места. Что найдет здесь русский клиент? Пожалуйста. У нас очень большой выбор блюд с гарантией самой свежей, только что выловленной рыбы. И, конечно же, цены. Жареный на гриле лаврак или дорадо с гарниром всего за 4 евро и 900 центов. А также сардины, кальмары, рыбное ассорти во фритюре. И все это рядом с площадью Маццини. Что можно у вас выпить? На любой выбор очень вкусное просекко, красные вина и немецкое пиво. Мы ждем вас в гости. Добро пожаловать! Добро пожаловать!